Красота и комфорт. Сегодня в столичной начальной школе номер 2 после большой реконструкции открылся плавательный бассейн. В чем его особенность, расскажет Рифат Фаткулин. Кристально чистая манящая вода, идеальная чаша и сине-белая мозаичная плитка. Новый бассейн одним своим видом зовет на тренировки. Объект оснащен по последнему слову техники. Многоуровневая фильтрация воды, новейшая система гидроизоляции, кондиционирования и отопления. Он так изменился. Раньше тут было вот так темно. Бассейн был холодный, а теперь тут тепло, все хорошо. Стало новым все. Вадим уже закаляться, во-первых. И еще. Очень укрепляет здоровье. Плавать, нырять. Это мое. Это мое хобби, можно сказать. Что чувствуешь, когда плаваешь? Когда ныряешь? Свободу. Их теперь ни под каким предлогом не вытащить из воды. В 12-метровом бассейне уже сейчас думают о будущих победах. Сегодняшнего дня спортивная жизнь в школе будет бурлить в прямом и переносном смысле. Каждый ребенок обязательно должен владеть своим телом, уметь прежде всего говорить, подавать себя, танцевать, петь однозначно и, конечно же, плавать. И поэтому спорт в нашей жизни занимает огромное место. И для нас важно, чтобы подрастающее поколение понимало, что такое ценность своего здоровья, как нужно будет сохранить это свое здоровье для того, чтобы быть полезными потом, конечно же, сделать большие усилия. Успехи в своей жизни. В обновленном бассейне учиться плаванию будут не только ученики второй школы. В нашем бассейне занимались и будут заниматься дети не только из нашей школы, но из школ Калининского района, из близлежащих садиков. Вот. И мы будем учить детей плавать, мы будем их оздоровлять, как всегда. Они с большим удовольствием приходят в наш бассейн. В бассейне проводится третий урок физкультуры, согласно расписанию занятий. Вот. А в вечернее время у нас проходят занятия абонементных групп. В здании же бассейна танцевальный и тренажерный зал, беговые дорожки, кардио и фитнес-тренажеры. Все это позволит сделать подготовку пловцов еще более эффективной. Мне очень нравится в этом бассейне. Но мне больше всего нравится тренажер гребля, потому что он развивает руки, силу мышц, ноги, спину. Вот. Потом мне еще нравится здесь тренажер для качания пресса. Всего же на капитальный ремонт бассейна ушло 7 месяцев и около 12 миллионов рублей. Средства были выделены из городского бюджета. Масштабная реконструкция шла в рамках муниципальной программы «Ремонт школьных бассейнов». Рифат Фаткулин, Атнер Корсаков, Республика.